Привет. В магазине «Шиншилка» завезли лакомство немецкой фирмы «Трикси» с нулевым процентом содержания сахара, не без сахара. Такие удобные баночки очень. И в этих баночках такой нарезанный рулетик. В каждой баночке 140 грамм корма. Его нельзя использовать в качестве полноценного рациона. Это добавочный рацион, это лакомство. Выглядят они вот так. Мы их ломаем для нашей собачки. Вот собачке очень нравится. Покупайте в магазине «Шиншилка».